Зачастую авторы ведущей радиокомпании «Русский мир» Юрий Бутунин. Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вам передачу цикла «Наследники победы». Это телевизионный цикл, посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне нашего народа. Мы продолжаем вас знакомить с маршалами Советского Союза, кто непосредственно готовил и воплощал мечту о победе. Сегодня наша передача будет о Василии Даниловиче Соколовском. Я предлагаю сначала посмотреть большой сюжет. Начальник Генерального штаба Советской армии и вооруженных сил СССР, советский государственный и военный деятель, военачальник, маршал и герой Советского Союза Василий Соколовский родился в крестьянской семье в 1897 году. Образование получил в учительской семинарии, после окончания которой работал учителем в сельской школе. Окончил первые московские военно-инструкторские курсы в 1918 году. Во время гражданской войны воевал на Восточном фронте, командовал ротой, возглавлял штаб батальона, был помощником командира и командиром полка. После начала Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Соколовский был назначен начальником штаба Западного фронта и в этой должности с некоторыми перерывами находился до февраля 1943 года. За этот период штаб фронта принимал участие в планировании, подготовке и проведении Московско-наступательной и Ржевско-Вяземской операций. В августе 1943 года Василию Соколовскому было присвоено звание генерала армии. Войну он заканчивал заместителем командующего Первым Белорусским фронтом. На этих должностях внес вклад в планирование, подготовку и проведение Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных операций. За руководство боевыми действиями войск в Берлинской операции ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот так в этом очень коротком историческом сюжете мы увидели маршала Василия Соколовского. Прямо, надо сказать, о нем немного сохранилось кинофотохроники. А теперь я хочу вас познакомить с Натальей Евгеньевной Соколовской. Это внучка известного маршала Соколовского. Наталья Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, Наталья Евгеньевна, я вот готовилась к передаче, то я неожиданно столкнулся с одним очень интересным делом, который был опубликован на пространстве интернет. И там был такой заголовок, который говорил о том, что маршал Соколовский – это самый неизвестный маршал. Меня это несколько смутило, и я сейчас хочу как раз привести факты, которые говорят о том, почему меня это смутило. Да потому что я, уважаемые телезрители, вам сейчас говорю один очень потрясающий исторический факт. Итак, среди всех советских маршалов только Соколовский был награжден 3 орденами Суворова первой степени и 3 орденами Кутузова первой степени. Это особая награда для полководцев его уровня. Вот, Наталья Евгеньевна, не противоречивы ли эти утверждения, которые я сейчас вот озвучил? Вы знаете, мне трудно судить, но я должна сказать, что свой первый орден Суворова первой степени Василий Данилович получил за освобождение Ржева в 1943 году. Это была самая кровавая операция, и это была операция очень, в конце концов, успешная. И надо даже сказать, что после этой операции в штаб фронта приезжал Сталин. Да, это и... Дальше были Курская дуга, освобождение Орла и освобождение Смоленска. Затем была Висло-Одерская операция и Львовско-Сандомирская операция. Вот за все эти операции он как раз и получал ордена Суворова первой степени, Кутузова первой степени. Так что я не понимаю, может быть, он очень был скромный человек, не афишировал свои награды. Может быть, с этим связано, что так написали журналисты. Я как раз к этому и веду, потому что вот из тех материалов, которые я прочитал, он действительно так получается, что он был скромным человеком, практически никогда не повышал голоса. Да, очень интеллигентный, эрудированный. Он хотел быть учителем сначала, поэтому вот вся его карьера потом в связи с гражданской войной и революцией изменилась. Но, в принципе, он очень эрудированный, начитанный человек. Он наизусть знал Евгения Онегина, он много знал музыкальных произведений. У нас дома хранятся пластинки, которые он слушал вечером, и очень любил классическую музыку. Так что... А давайте тогда мы вспомним вот такой вот факт, вы, наверное, подтвердите, что уже после войны он отдыхал и знакомился... Да, в Барвихе, отдыхал в Барвихе и встретил нашего писателя Чуковского, который вот с ним разговорился. Это очень интересно. Да, который с ним разговорился, они очень долго гуляли, беседовали, и когда он закончил разговор, тот спросил его: а, Василий Данилович, а кто вы по профессии? И девушка ответила: учитель. Тогда он подошел к отдыхающему и говорит: вот какой интересный человек, учитель. А ему и говорят, что нет, это маршал Советского Союза. Ну, говорит, совершенно не похож на военного, сказал Чуковский. Давайте вернемся к направлению московскому, когда шли тяжелые бои. И мне попался воспоминание одного из фашистских генералов, который написал в своем отчете, что мы думали, что после нашего наступления вообще советских солдат нигде не осталось. И мне кажется, что ключевую роль в этом защите Москвы сыграл как раз ваш дед. Могли бы вы чуть-чуть рассказать его роль вот как раз в московском обороне Москвы, потому что это одно из ключевых было сражений. Пожалуйста. Вы знаете, когда я жила вместе с дедушкой, я часто к нему гуляли, с ним обращалась, какой из периодов Великой Отечественной войны ему больше всего запомнился. И он всегда непременно отвечал, что это Московская битва. Это было самое страшное кровопролитное сражение. Он был начальником штаба Западного фронта во время этой битвы. И им именно от руки был написан план, вернее, пояснительная записка к плану контрнаступления под Москвой, который состоялся 5 декабря. Надо сказать, его очень ценил Георгий Константинович, как такого вдумчивого и талантливого штабиста. До войны Василий Данилович был заместителем начальника Генерального штаба Российской армии, Красной армии. Да, и действительно, ведь недаром тот же Жуков говорил о том, что... И не только говорил, он не... Вот из того, что я как бы посмотрел всю историю, он все время с собой забирал вашего деда, потому что он считал его выдающимся начальником штаба везде. И когда он передавал фронт, когда ему надо было, в общем, передать уже задание, да, вот, то он, как тоже я прочитала из воспоминаний, он, конечно, был, так сказать, ну не то что разочарован, но он ему пожелал успехов, но в то же время, когда все же исторически сложилось так, что Соколовскому надо возвращаться, был уже опять же под начальство, под начальствующие, так сказать, приказы Жукова, то Жуков в первую очередь попросил Сталина, чтобы начальником штаба был Соколовский. И еще одна фамилия, которая связывает военную судьбу маршала Соколовского, это Конев. Конев, правда? Конечно. Правда, да. Конечно, это правда. Вот да. они дружили между собой. И вспоминал ли дед о той военной паре, когда ему приходилось встречаться с этими выдающимися людьми? Вы знаете, он мало рассказывал о периоде войны. Я вот сколько не приходила, не говорила, как-то он старался уходить от этой темы, потому что, наверное, для него это было очень тяжело. Даже воспоминания вот этих лет, они были слишком тяжелые для него. Вот. Ну, что касается дружбы, безусловно, это были люди, конечно, они были очень дружны и с Жуковым, и с Коневым, и с Рокоссовским, и с другими маршалами, с Чуйковым, с Ротмистровым, с Катуковым. Это наши соседи по даче, мы здесь тоже очень много, они общались, когда уже стали постарше. Надо сказать, вот я хотела отметить, что он не только гениальный штабист, так говорили, это не мои слова, это так его называли, что он все-таки год и 3 месяца, 4 командовал Западным фронтом, начиная с Ржевской операции. И вот эти вот успешные операции Курской дуги, под Орлом, освобождение Смоленска, его тоже оценивали и Жуков, и Сталин. Так что у него были достижения как командующего фронтом. Но вот все отмечают, что как начальник штаба он был гениальным. Это не, наверное, не случайно. Вы правильно чуть раньше сказали, что один раз всего, по-моему, Сталин выезжал на действующий фронт, да. И он именно поехал к Соколовскому и Еременко, да? Первый, да, именно... Да. Ну, сначала он приехал к Соколовскому, и там он был. Просто дальше он поехал к Еременко. Но да, надо сказать, что это вот было после освобождения Орла, когда, я немножко там сбилась, когда был первый салют. Первый салют был в честь как раз войск Западного фронта. Это не, это первый салют был, по-моему, Белгород. А? Белгород. А, Орле, Белгород, в Орле. Первый салют в Орле, да. Ну, я сейчас не буду. Нет, ну там приказ был 4 фронта. 4 фронта. Ну понятно. Да. Центральные, да, западные, вот Конев забыл. Хорошо, а мы чуть-чуть будем вот так вот перепрыгивать. Мне не хотелось, чтобы это было в хронологическом порядке, но это хорошо, можно читать, да? А да, вот когда вы ходили с дедом, да, вот вы с ним разговаривали, а что вас заставило вот его расспрашивать? Вы девочка, вот, а и вдруг вот такая вот... Вы знаете, это как раз были даты такие памятные, вот, 20 лет окончания Великой Отечественной войны, когда 65-й год, это вот совпало. Поэтому, конечно, я тоже, как любой человек, когда об этом говорит и пресса, и все, я вот тоже вникла. Но надо сказать, что дедушка еще в этот год написал письмо ходатайства о присвоении Москве звания города-героя. Потому что он считал, что вот Москва заслуженно, незаслуженно забыта. И вот он ходатайствовал, и в 1965 году Москве присвоили звание город-герой. Кроме того, я еще по Московской битве не отвлеклась, он был научным руководителем книги «Битва под Москвой», которая переиздавалась. Так что он как раз... Ну, я хочу вам еще сказать, что он был один из инициаторов могил неизвестного солдата, я имею в виду вещи. Да. Вот что касается памятных мест таких, он был инициатором могилы неизвестного, Трептов парк и Родина-мать на Мамайном кургане. Все эти, да, он был главнокомандующий и главноначальствующий оккупационных войск в Берлине в 1946 году, когда создавался этот комплекс памятный в Трептовом парке. И он непосредственно общался с Учетичем и Белопольским, и кое-какие его советы они воспринимали. Вот, например, я знаю о том, что свастика, пронзенная кинжалом, мечом, это была идея Василия Даниловича Соколовского. Об этом говорил генерал-полковник Дутов на одной из конференций. Так что я ссылаюсь на него. Но он не только был маршалом, как военачальником. Я вот посмотрел, в 49 лет ему присвоили звание маршала. 49 лет! Вот давайте, если сейчас мы сравним наше поколение, да, и то поколение, 49 лет – это миллионы людей, которым управлял, можно сказать, сейчас руководитель-мальчишка, так будем говорить. А это, да, и да еще какие времена это были. Но ведь он еще обладал еще одним хорошим качеством, хорошим свойством, уникальным. Просто я вам сейчас напомню историю, а вы мне поможете и подтвердите. Шел бой, и значит, пошла наша... Да, рота пошла, так сказать, в атаку, выскочил несколько солдат и из автомата стал стрелять, там, так сказать, в нашего солдата. И короткими очередями. А пули как бы отскочили от этого солдата. Он был очень удивлен и вроде бы поднял руки вверх, потому что он не поверил в это чудо. Вот что это такое было? Расскажите, пожалуйста, интересно. Да, это были так называемые керасы. Это защитные такие щиты, которые потом впоследствии стали как бронежилеты у нас в дальнейшем. Да, вот это, кто же... это предложил? Это же предложил ваш дед, да? Да, да, это его идея была. Так вот, защитить, чтобы... То есть он под амбудирование, солдата одели... Вот не могу вам сказать, как под или сверху, как это вот технически было, не знаю. Но это вот такие щиты, они были, конечно, не такие совершенные, как сейчас бронежилеты. Они спасали жизнь нашего. Спасали жизни людей, да, это очень важно. То есть такой факт все-таки же был, да, когда... Было. Недоумение просто, что же там, так сказать, произошло. Да, интересно. Наталья Евгеньевна, а вот еще такой очень интересный исторический факт, где я, в общем-то, раскопала, вы, пожалуйста, прокомментируйте, что однажды Василию Даниловичу пришлось процитировать великого английского драматурга Шекспира. И он такую вот сказал фразу из пьесы: «Кто начал зло, тот и погрязнет в нем». Это правда было? Такой факт имел место? Да, это был факт. Такое обязательно, конечно, когда шли переговоры о капитуляции. Сначала в штаб Чуйкова пришел Крепс, и Василий Данилович и Сталин, и Ставка послали на переговоры с Крепсом. Но они не увенчались успехом, потому что они затягивали эти переговоры, не хотели подписывать капитуляцию. А на следующий день пришел генерал Вейндлинг, комендант Берлина, и уже там вот прозвучала эта фраза, когда его допрашивали, в конце, когда Вейндлинг дал приказ гарнизону сдаваться, Василий Данилович произнес эту фразу. Понятно, интересно. Я просто хочу сказать, уважаемые телезрители, иногда у нас идет искажение звука, может быть, идет замирание картинки, но что сделаешь? Сейчас все весь мир пользуется очень активно интернетом, но я думаю, что вы все слышали, и нам не помешает дальше продолжить наш разговор. Давайте я теперь перекинусь к вашей семье. Скажите, еще можно один момент в связи с капитуляцией? Конечно, конечно. Вот Василий Данилович присутствовал как раз и на подписании капитуляции, и второе, когда была декларация, подписание декларации. Вот. Да, он сидит с правой стороны от Жукова. Я просто этот вопрос приготовил чуть позднее. Но... Хорошо, да. О семье. Давайте о семье. Вот о семье. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, росли уж больно в теличных условиях, все знали ваших родителей, всех знали вас, всех знали. Скорее всего, родители знали, что они являются вот... там, дочерью маршала, сыном маршала. Ничего подобного. Ничего подобного. Нас воспитывали в строгости. В строгости. Мы никогда не афишировали свое родство. Всегда как так скромно держались. Вот. Но еще должна сказать, что вот мой отец, Евгений Васильевич Соколовский, он в 18 лет пошел на фронт. Вот представляете себе, сын, можно сказать, генерал-лейтенант в то время. Сам в Ленинграде. Начальник штаба. Вот такие были вот установки в семье, что как все. Ну, да. Он был защитником Ленинграда. И по Ладожскому озеру пешком вместе с Охранеевым они в январе 1942-го года, обмерзшие, возвращались из Ленинграда и продолжали учебу уже в Астрахани. Через Москву уехали. Встретили там деда, и он им, всем курсантам, дал конфеты и сахар. Все очень радовались. Ну и потом они не скоро встретились, да? В январе 1942-го года встретились. В январе 1942-го года. Я понимаю, как ваша бабушка... Где он, что с ним, родители нервничали, очень волновались. Так что вот такой подход, вот, как воспитывали в строгости, служении Родине. Вот говорят, что была такая смешная история, но мне кажется, что это враки, наверное, может, сочинительство, может, украшение, что якобы ваша тетя, она училась в школе, и вроде бы рассказывали о Дне Победы, о выдающихся маршалов, и сказали ей, вот видишь, хоть ты носишь вот как вот по фамилии почти вот одинаковые. Это правда или нет? Ну-ка расскажите. Это правда, об этом рассказывала тетя. И сказали, вот ваша однофамилец, какой герой? А она скромно промолчала, что это не однофамилец ее, а отец. Промолчала скромно, да. Она никогда и бабушка не красились, они были очень строго одеты всегда. Ну, такие были женщины. У маршала. А вот теперь давайте, ну, может, мне неудобно, но я все равно скажу, вы великолепно выглядите, абсолютно, так сказать, очень приятно общаться. Я просто не сдержался, пусть меня извинят за это. Спасибо. Вот. Ладно. Я извиняюсь за это. А вы похожи на деда, вот особенно глазами, вот так вот я смотрю, губы, так сказать. Вот и есть, да. Я не отрицаю, да. Скажите, пожалуйста, вот давайте мы вернемся чуть-чуть специально, вот так вот расшатывая ситуацию, чтобы было интересно. А давайте теперь мы вернемся как раз к моменту подписания капитуляции. Как вдруг оказался он рядом с Жуковым? Я понимаю, что это что, по дружбе его туда? Нет, он же был первый заместитель Георгия Константиновича. Надо сказать, что 15 апреля 1945-го года Сталин назначил его первым заместителем Жукову для того, чтобы он вел там бои в центре Берлина. Ему подчинялось 5 армий. Он же разрабатывал вот эту вот организацию как начальник, один из начальников. Он, вы знаете, участвовал в этих боях, потому что он был контужен там даже, но не оставил поле боя, когда к нему генерал Радзиевский подошел и сказал: Василий Данилович, это очень опасно. Он все равно не ушел. Он был в центре Берлина, на Виллисе своем объезжал войска и следил за тем, чтобы все происходило так, как было запланировано. Там же были ожесточенные бои в центре Берлина. Да. А ему подчинялись 3-я, 5-я и 8-я армии. 3 Чуйкова, Берзарина и Кузнецова. И еще 2 танковых. Это Катуков и Рыбалка. Так что вот он командовал, его назначил Сталин на эту должность. Прекрасно. Поэтому он сидел справа от Жукова. Он брал центр Берлина. Поэтому давайте Сталин на подписание к Вейнингу, к Ричи и к Крепсу. Он ходил с ними, беседовал. Вот недавно было, праздновали, вот, к сожалению, это все дистанционно, недавно праздновали Нормандию Неман, вот, и встреча на Эльбе наших союзников. Ведь ваш дед тоже принимал самое активное участие в этом. Вы знаете, первые полки Нормандии не было. Были созданы в 1943 году, в то время, когда он командовал Западным фронтом. Как раз вот в это время. Так что это ему было очень близко все. Конечно, он следил за ними. Давайте все-таки же вернемся к капитуляции. Что им дед говорил интересное, что, может быть, сейчас ну, не совсем, так сказать, известно. Может, когда-то что-то говорили, забыли. А может быть, вы сейчас помните такое, что вообще никто не знает для нас. Нет, я, к сожалению, он такой человек очень осторожный в этом смысле. Ничего лишнего никогда не рассказывал. Единственное, что могу вам сказать, что у нас были документы, фотодокументы о капитуляции и о том, как потом ну, с фашистскими, со всеми главарями расправились. Там все. Вот мы, когда маленькие были, мы смотрели эти все фотодокументы, как шел Нюрнбергский процесс. Вот это вот. Такой документ у нас был. Но бабушка его подарила в исторический музей. Вот, вспомнили о вашей бабушке Анне Петровне, вспомнили. У нее, она да. тоже личность была. И я так прочитал, как готовился. Там была любовь настоящая, по-моему, за отношения. Конечно, безусловно. Бабушка была красавица, бабушка. В нее невозможно было не влюбиться. Потом она была комиссаром госпиталя. Спасла Василию Даниловичу жизнь, когда он заболел тифом. Вот, бабушка у нас, ее послали учиться в военно-хозяйственную академию, и она бы, может быть, достигла каких-то своих вершин. Но тут она на вечере выпускного в Академии РККА встретилась с дедом второй раз. Первый раз они на фронте, на Кавказском, а второй раз в Академии РККА на танцах. Поэтому уже деться ей было некуда от такого красавца. Влюбились друг в друга и уже прожили почти 50 лет. Потрясающе просто. Ну, а кто руководил домом? Конечно, бабушка, я так думаю. Бабушка была домом, да. Она хорошо вела хозяйство, дед ее очень любил и уважал, всегда прислушивался к ее мнению. Она у нас была командир в доме, она. Может быть, у нас осталось 5 минут до окончания записи. Да, у меня уже появилась здесь как бы хронограф. Я тогда задам вопрос, может быть, не совсем такой вот, ну, не то что приятный, но мне кажется, что он к сегодняшнюю строку. Ведь ваш дед был почетным гражданином Берлина, да? Да. А потом вдруг ни с того, ни с сего... Вдруг отменили это решение, да? Вы знаете, отменили же все маршалы, не только он. Был Катуков, Чуйков, был, по-моему, Жуков, наверное, тоже был, не могу всех перечислить, Берзарин. И оставили только одного Берзарина. Но это была, это произошло после нашей перестройки в 90-х годах. Вот это вот была отмена. Когда я встречалась с послом, вернее, военным атташе, он как-то говорит, ой, надо бы это восстановить, нам неудобно вроде, что так вышло. Но так это все и замяли в результате. А дедушка, вот хочу вам показать приказ, который он подписывал накормить немецких школьников булочками и какао в 1946 году. Наверное, тогда вот ему... И присвоили это. Нет, ему попозже присвоили. Да, он был не только почетным гражданином Берлина, он еще имел 2 высших государственных кедеровских награды. Бриллиантами одна, героя. А всего... Он не только был, получал награды от немецкого правительства, но, по-моему, от многих государств. Да, он в 1945 году ему Эйзенхауэр вручил орден Легион почета степени командующего американский. Он имеет французский орден почетного легиона. И он имеет английский орден Крест. Я не помню точно название. Не баня, а следующий по степени важности. Вот. И много у него орден Льва, 2 звезды немецких, много. Польский, монгольский орден у него есть. И а как продолжается род Василия Даниловича Соколовского? Род продолжается. У меня есть брат родной Соколовский Сергей, затем у меня есть две тетиных сестры, Елена и Ольга, у меня дочь и 4 внуков моих, так что род у нас продолжается, у дочери 4 детей. Вот, у тех как зовут ваших внуков? Внуков, значит, мою дочь зовут Ирина, а внуков зовут Антон, Максим, Анастасия и Дмитрий. Я хотела спросить, они-то знают, кто был у них родитель? Так же, конечно, знают, обязательно, да. Эта книга вышла, они там присутствуют все. Мои марш... Ой, как интересно. Всем привет, всем привет. Привет, спасибо. Спасибо большое. А вы участвуете в бессмертном полке? Конечно, да. А так, вы участвуете, ходите, да? Да, и дети мои ходят вот здесь, и внуки ходят, и в школе ходят с портретами. Да, все мы участвуем, обязательно. Евгения, я, между прочим, не только Василий Данилович, а второй дед тоже, Пронин Алексей Михайлович, он тоже участник Берлинской операции, он член военного совета армии Чуйкова. Так что вот на фотографии, где Жуков и еще один человек, второй, это вот как раз мой дедушка Пронин Алексей Михайлович. Вы знаете, еще вот что я хотела отметить. В честь деда создали сорт сирени, называется «Маршал Соколовский». Вот. Показывайте. Осталось мало времени. Она растет у вас на даче, потрясающе. Да, мы ее посадили на даче, она цветет. Сейчас набирает бутоны уже. Так что вот такая... Спасибо. Спасибо. Я хочу вас поздравить, Наталья Евгеньевна, я хочу вас поздравить с наступающим праздником. Тем более мы знаем о том, что 10 мая 1968 года ушел из жизни. Да. Ушел из жизни. Собирался на парад как раз 9-го и плохо стало. Да. Спасибо вам большое за то, что вы дали нам такое интервью. Я с вами, уважаемые телезрители, прощаюсь. Сегодня о маршале в Советском Союзе Василии Даниловиче Соколовскому рассказывала его внучка Наталья Евгеньевна Соколовская-Синякова. Всем доброго, да, и следующих передач. И я вас тоже поздравляю с великим праздником нашего народа. 9 мая, Днем Победы. Здесь в студии Юрий Бутунин. Всем доброго, до свидания.